Обращаясь в своей работе к библейским сюжетам, Рубинс изображает участников той или иной истории как исторических лиц, не наделяя свои картины каким-то особым религиозным смыслом. Для него характерно стремление поместить героев в древности в привычные современные ему условия, а потому он часто добавляет отсутствующих в традиционных сюжетах персонажей, делая свои без того богатые многоплановые и многофигурные полотна еще более сложными и разнообразными. Основная сцена картины «Самсон и Далила», написанная в 1609 году, состоит из четырех ярко освещенных фигур, каждая из которых неразрывно связана с другой. Живописец изображает мускулистого, смуглого Самсона, склонившегося к Далиле, с пышных плечей которой сползла нижняя рубаха. Красавица смотрит, как пришедший филистимлянин обрезает волосы Самсона. А ведь мы знаем, что именно в волосах отважного воина скрывалась его несокрушимая сила. Со свечкой в руках над всеми участниками трагедии возвышается старуха, которая появилась в этой истории исключительно по воле Рубинса. Мастер одевает Далилу в красное платье. Оно символизирует страсть и кровь, которая прольется в скором времени. Самсон – герой ветхозаветных преданий, наделенный невиданной физической силой. Всю жизнь он мстит филистимлянам, однако именно филистимлянка Далила стала его возлюбленной. Ее подкупили филистимлянские властители, чтобы она выведала источник силы Самсона. Далила трижды пыталась это выведать, и трижды Самсон обманывал ее, понимая, чего она добивается. Но в конце концов Далила убедила Самсона в своей любви, и он открыл ей, что силы покинут его, если остричь ему волосы. Рубинс изобразил сцену, когда филистимляне проникли в спальню Самсона и отстригли ему волосы. Он проснулся от крика Далилы, но тут же почувствовал, как силы оставили его. Враги ослепили Самсона, заковали его в цепь и заставили вращать мельничные жернова в темнице Газы. Но волосы в неволе постепенно отрастают. Чтобы насладиться унижением Самсона, филистимляне приводят его на праздник, в храм Дагона, и заставляют забавлять собравшихся. Самсон просит отрока-поводыря подвести его к столбам храма, чтобы опереться на них. Вознеся Богу молитву, Самсон вновь обретает силу и сдвигает с места два средних столба храма с возгласом «Да умрет душа моя вместе с филистимлянами», обрушивает все здание храма на собравшихся. Для многих полотен Рубинса того времени, в том числе для Самсона и Далилы, характерно наличие сразу нескольких сюжетов и большой смысловой нагрузки. Так, изображая на переднем плане основное действие, Рубинс на заднем плане развивает сюжет, размещая там филистимлянских солдат, готовых учинить расправу над Самсоном. Любовь к деталям не позволяет живописцу оставить задний план без символического действия. Так, за плечами Далилы мы видим статую римской богини любви – Венеры, склонившийся к Купидону. Наклон ее головы повторяет позу самой Далилы. В
Рубенс использует различную символику, чтобы выделить обман Далилы. Например, руки парикмахера скрещены. Это символизирует ложь. Позади расположена статуя Венеры. Это намек на то, что именно любовь стала причиной поражения Самсона. Стоящая за спиной Далила старая женщина, держащая свечу, не упоминается в Библии. Добавлено Рубенсом. Вероятно, как символ того, что в будущем ждет предательницу. На первый взгляд сцена выглядит довольно спокойной, но на самом деле полна напряжения. Особое внимание стоит уделить положению руки женщины на спине еврейского героя. Это может интерпретироваться как любящий жест, но Далила лишь успокаивает Самсона, дабы тот не пробудился и не убил возлюбленную за измену. Мастерское использование светотени, на что, вероятно, повлияли работы Караваджо, подчеркивает великолепное телосложение героя. Итальянское влияние проявляется также и в выборе цвета. Чувственность сцены усиливается благодаря ярким краскам и текстуре, в частности, пестрому красному платью Далилы, узорным коврам и драпировке ткани, свисающей с потолка.